Солист группы Maroon 5 Адам Левайн и модель Бехати Принслу стали родителями в третий раз. Об этом сообщает издание The People со ссылкой на близкий к паре источник. Пол и имя ребенка пока не раскрываются. Источник добавил, что у Бехати и Адама все отлично, а их дочери в восторге от того, что стали старшими сестрами. Осенью 2022 года Адам Левайн оказался в центре скандала. 5 девушек заявили, что музыкант флиртовал с ними в соцсетях, а одна рассказала, что встречалась с ним и в жизни. Кроме того, по словам одной из женщин, блогера Самнер Строу, он хотел назвать новорожденного ребенка в ее честь. Левайн принес публичные извинения и заявил, что не должен был так говорить ни с кем, кроме своей жены. Эта история вызвала большой общественный резонанс. Левайна раскритиковала в том числе модель Эмили Ратаковски. Сама Бехати Принслу историю не прокомментировала. К расставанию пары скандал также не привел. Спустя некоторое время их заметили на пляже вместе с детьми. Как сообщает инсайдер изданию People, после осенней драмы Адам пытался сосредоточиться на своей семье. Он был очень смущен и раскаивался. 43-летний Адам Левайн старше своей 34-летней супруги на 9 лет. Интересно, что бывшие и нынешние любовницы поздравили Адама Левайна со статусом многодетного папки. Прокомментировали новость в одном из телеграм-каналов. О романе бывшего ангела Виктора Сикрет и Левайна стало впервые известно в 2012 году, а в 2014 году они поженились. 2 года спустя они впервые стали родителями. У пары также есть 2 дочери – 4-летняя Джио Грейс и 6-летняя Дасти Роуз. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.